Стартовали первые заезды в летние лагеря. Большая часть детей – новички, и им, в отличие от тех, кто бывает в лагере каждый год, предстоит адаптироваться к непривычным для них условиям. Чему может научить эта школа на открытом воздухе, спросим у горожан. Быть веселыми, отзывчивыми. В православных лагерях, например, учат религии, там о Иисусе Христе разговоры ведутся. Дружбе. Режиму дня могут научить. Учатся играть сами, без мамы, одни. Пусть учатся общаться с детьми. Спортом пусть занимается, закаляется. Самостоятельно быть. По общению друг с другом, а также, развлекательным каким-то программам, обучению, наверное, каким-то языкам, если это языковой лагерь, допустим. Детей учат дисциплине. Социализация происходит у молодого поколения, и они, конечно же, приобретают себе новых друзей. В основном общение, конечно. Быть спортивными. Психологи считают, что в лагере ребенок активно преодолевает барьер страха и учится дружить со сверстниками. Предоставляется возможность творчески проявить себя. Также мальчишки и девчонки начинают следить за собственной гигиеной, справляться с бытовыми вопросами и проявлять ответственность за собственные поступки.